Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Garmin Forerunner 245. И сейчас я покажу вам, как поменять время данных часов. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку Up. Далее мы проходим в самый низ, выбираем «Система». И здесь мы выбираем «Время». Выбираем «Установить время». Выбираем «Вручную». И теперь проходим вниз и устанавливаем время, выбирая часы и минуты, и утро или вечером. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.